Здравствуйте, приветствую вас на моем канале. Сегодня вы узнаете, зачем обматывать алюминиевой фольгой вымытые волосы, и результаты в итоге вас просто поразят. Каждая женщина мечтает о красивых и здоровых волосах, но мало кто может таковыми похвастаться. Плохое питание, стресс, неправильный уход – все это ухудшает внешний вид наших волос. Но не стоит отчаиваться. Сегодня вы узнаете трюк, который поможет сделать волосы красивыми и невероятно сильными. Все, что вам понадобится – это фольга и несколько натуральных ингредиентов. Итак, ингредиенты. Один лимон, апельсин или грейпфрут, что-то одно, и 2 литра молока. Приготовление и применение. Сначала выжмите сок лимона, апельсина или грейпфрута и смешайте с 2 литрами молока и нанесите на волосы, после чего накройте их алюминиевой фольгой. Фольгу можно закрепить шапочкой для душа и сверху обмотать полотенцем. Эту смесь следует оставить на волосах на полчаса, а затем вымойте волосы шампунем. Этот трюк поможет вам сделать волосы блестящими, здоровыми, красивыми и полностью избавит от перхоти. Фольга не только лечит суставы, снимает боль и воспаление, а также помогает питательным веществам проникать вглубь корней волос и в саму структуру каждой волосинки. Ну а на сегодня это все. Пусть ваши волосы будут красивыми и здоровыми. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обновлений. Добавляйте это видео в плейлисты и делитесь в соцсетях. До следующих встреч. Пока!